Где ветка? Что с веткой? Вот она на покраске сейчас у меня. Так, грунтом покрыл эти части. Они по-любому всем известны. Если вот это вам неизвестно, это я отпилил от бардачка верхнюю часть. Это еще в прошлом году было нет, осенью. Так, вот они еще часть. Вилка. Загрунтованная. Вот рама. Просто очищенная. Вот такая вот краска. Металлик золото, металлик медь. Вот она. Вот буду красить потом. Сейчас покажу, что с основной частью. Вот она, основная часть. Это не ржавчина, это я шлифовал. Первый слой снял. Вот, скоро грунтовать и красить, но грунта я сомневаюсь, что хватит. Но он уже кончился, нужно покупать. Бюджета нет, ничего нет. Вот, двигатель блестящий. Вот так вот. Вот диски. Ну как диски? Нельзя, наверное, дисками назвать. Это обод. Ну, их по-любому диск, конечно же. Вот руль. Отшлифованный тоже. Ну вот как-то так. Нужно все красить. Нужно. А денег нет. Кстати, вот. Эти я еще не трогал части. Крыло, да. Этот. Капот. По идее, это капот. Хондочка разобранная. У нее износилось ЦПГ. Бюджета нет. Нужно вложить. Что в вятку там чисто покрасить. Что в Хонду поменять ЦПГ. В принципе, там ничего сложного. Вот вятку, да, краска нужна, грунт нужен. Почти все отшлифовано. И все, и собрать, и кататься. Или продать. Там уже дело принципа. Ну вот, вот так вот. Как-то так. Надо пробиваться. Потому что бюджета нет. Ну ладно. Всем успеха, как и мне. Так что вот, осведомил я вас, что с вяткой. Ну вот, пока что не увидимся. Ладно, пока.